Всем привет! Пришла мне новинка от компании Endostar, а именно цифровой микроскоп Endostar AD209 с огромным дисплеем диагональю целых 10 дюймов и двумя сменными объективами. Микроскоп идеально подходит для радиолюбителя, да и не только. Всем приятного просмотра! Погнали! Данный микроскоп поставляется в коробке из плотного картона. Посмотрим на комплектацию. Первое, что видим, это инструкция на английском языке. Далее самое интересное. Это огромный дисплей диагональю 10 дюймов и разрешением 1280 на 800 точек. Далее в комплекте объектив L с дистанцией до объекта от 90 до 300 мм или от 85 до 190 мм, как указано в инструкции. Еще есть шестигранник и несколько винтиков с пластинами. Далее разберемся, зачем они нужны. Это кабель питания микроскопа и пульт управления подсветкой. В самом низу коробки находится металлическая рейка и подставка микроскопа с двумя лампами подсветки. Какой огромный дисплей! На нем спокойно можно фильмы смотреть. В нижней части находится 6 кнопок и есть окошко для инфракрасного пульта управления, которого в комплекте, к сожалению, нет. В задней части находится матрица микроскопа с объективом. Сверху имеем гнездо питания microUSB и слот для карты памяти microSD. Подставка металлическая. Лампы подсветки можно установить под любым углом, очень удобно. По данной рейке голова микроскопа будет двигаться вверх и вниз, а сама рейка вкручивается в подставку. С помощью двух колесиков можем двигаться вверх и вниз, а винтом сзади зафиксировать положение. Установить голову микроскопа мешают сейчас два винта, которые удерживают объектив А на своем месте. Данный объектив имеет расстояние от 12 до 320 мм, как указано на объективе, и от 15 до 215 мм, как указано в инструкции. Откручиваем два винта и снимаем объектив. Под ним мы можем наблюдать матрицу на 2 мегапикселя, сверху которой имеется фильтр ИРК. Это цветное стеклышко отсекает инфракрасное излучение ближнего диапазона. Фокусировка происходит за счет передвижения матрицы вверх и вниз. Устанавливаем голову микроскопа на свое место и фиксируем двумя винтиками. Устанавливаем обратно объектив. Зубчатая рейка с головой микроскопа может наклоняться, это очень удобно, можно будет заглянуть под какие-то микросхемы сбоку. Прикрутим два держателя к подставке штатива, таким образом можно фиксировать платы. Осталось еще два винтика, кто знает для чего они нужны, так я и не понял. Штекер microUSB вставляем в разъем питания микроскопа. А круглый подключаем сзади подставки, это питание подсветки. Ну и USB разъем подключаем к блоку питания на 5 вольт. Нажимаем кнопку включения, подсветка засветилась и затем запустился микроскоп. С помощью кнопок можно регулировать яркость подсветки, которая довольно ярко светит и в процессе работы нагревается свыше 40 градусов. Данные лампы имеют металлический корпус и тепло отводится хорошо. Попробуем рассмотреть плату при помощи объектива А. Фокусировка производится вращением кольца. Дисплей при желании можно наклонить.
опустим голову микроскопа максимально вниз. Так выглядит SMD-резистор при максимальном увеличении. А вот эти две полоски на экране – это шаг в 1 мм на линейке при максимальном увеличении, а вот это при минимальном и максимально поднятой голове. Объектив А отлично подходит для рассмотрения очень маленьких объектов. Вот, например, объект на линейке. Как вы думаете, что это? Это так выглядит блоха, которую я позаимствовал у своей кошки. Пришлось ее обездвижить. Выглядит это довольно интересно. Кнопка слева включает и выключает микроскоп. При нажатии кнопки M переключаются режимы между фото и видео и просмотром отснятого материала. Если зажать кнопку, то попадаем в меню настроек. В режиме видео можем выбрать разрешение. Выбираю Full HD. Резать видео на кусочки или нет. Настройка экспозиции и штамп даты. Нажимаю кнопку M еще раз и попадаю в основные настройки. Это дата и время. Язык. Здесь даже присутствует корявый русский. Частота 50 Гц. Форматирование карты памяти, сброс на заводские настройки и версия прошивки микроскопа. В режиме съемки фото имеем настройки разрешения. Это удивительно, есть разрешение на 12 мегапикселях, хотя матрица у микроскопа на 2 мегапикселя. Создание секвенции, настройка качества, резкости, баланс белого, параметр ISO и экспозиции и функция стабилизации картинки при съемке фото. Чтобы сделать фото, нажимаем кнопку фотоаппарата, либо кнопку ОК. В режиме видео, чтобы начать запись, нажимаем кнопку ОК. Вот такое будет увеличение при максимально поднятом микроскопе и объективе А. Это довольно далеко, и паять будет не очень удобно. Для пайки более подходит объектив L. Установим его. При той же высоте микроскопа он имеет большее увеличение, и заниматься пайкой чего-то мелкого, например, выводов микросхемы, будет гораздо удобнее, чем с объективом А, за счет высоко поднятой головы микроскопа. Имеем большее пространство между объективом и печатной платой. Удобно и паяльником подлезть, и термовоздушным феном. Если объект пайки имеет размеры побольше, то ставим объектив А, чтобы объект пайки уместился на экране. Например, с помощью фена я без проблем отпаяю сгоревший транзистор, смотря при этом на экран. Под объективом А паять паяльником еще можно, какие-то мелкие компоненты, а вот феном уже не подлезть. Для этих целей ставим объектив L. Рассмотрим, как выглядят дорожки на плате, которые сделаны на фрезерном станке. Использую объектив А. Ну что могу сказать, довольно ровные дорожки получаются при фрезеровке. А вот это отпечаток моего пальца. Выглядит страшно, ведь глазами данного мусора и не видно. А вот это волос с моей бороды. А так смотрится кошачья шерсть. Прозрачные кристаллы – это крупинки сахара. Смотрится очень интересно. Ну и можно монеты рассматривать.
В итоге получаем, что для пайки больше подходит объектив L, а для рассмотрения чего-то мелкого – объектив A, например, блох, монет и так далее. Что мне понравилось? Большой дисплей и хорошее качество картинки. Имеется боковая подсветка, которая светит сбоку и придает объема изображению. Штатив наклоняется, это очень удобно. Также наклоняется дисплей. Большая высота подъема головы микроскопа и, соответственно, удобство пайки феном. Из минусов – отсутствие пульта управления и блока питания в комплекте. Также микроскоп не подключается к компьютеру через USB. Разъем служит только для питания, и чтобы перекинуть фото или видео с карты памяти, нужен картридер. Ну и еще небольшой минус, при небольшом пошатывании изображение слегка плывет. Ну а так за в принципе небольшие деньги вы получаете очень удобный микроскоп с большим дисплеем и хорошим увеличением. Ссылку на него я оставлю в описании. Не пожалейте лайка для этого ролика и оценки в комментариях. Ну и подпишитесь на мой канал, если вы еще не подписаны. Далее будет много интересного. Всем спасибо за просмотр, всем желаю удачи и мирного неба. Пока!